насчет карт я совершенно согласен с Михаилом Александровичем. Я сам играл, играл сильно, но благодарю судьбу бросил навсегда. Не потому, чтобы проигрался или был вооружен против судьбы, а верьте мне, это еще ничего. Проигрыш не накажет, откажет от душевное спокойствие. Так, батюшка, ей-богу, как вы премудро заметили. Господа, послушайте старика, нет для человека лучшего назначения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Ведь вот я, поверьте, ни минуты не дождусь, чтобы увидать своих, ей-богу. Как воображу, дочь кинется на шею, папаш ты мой милый папаш. Сын опять приехал из гимназии, полгода не видал. Просто слов не достает, ей-богу, так. Но после этого на карты смотреть не захочет. Но зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе, а карты идут.